Мое риэлторское утро начинается с того, что я еду принимать на продажу объект. Жилой дом в поселке Кузнецком. Жилой дом 200 квадратных метров. Находится он в поселке Кузнецкое. Мы сейчас едем от Калининграда, проезжаем поселок Холмогоровка, дальше будет Петрово, и за Петрово сразу поворот налево. Расстояние до Калининграда буквально всего несколько километров, достаточно удобное место расположения этого поселка. И эта дорога, по которой мы сейчас едем, это старая трасса на город Зеленоградск, Сокольники, к Балтийскому. С основной трассы Калининград-Зеленоградск-Кузнецкая ведет новая дорога асфальтированная, буквально 800 метров, и мы на месте. Участок 30 соток, выровнен, скошена трава. Обратите внимание, да, какой большой участок. В городе такое редко встретишь, а вот в поселке, пожалуйста. И за домом открывается поле, лес, простор, красивый вид, шикарные закаты. Вот здесь уже посажены яблоки, яблони, уже даже... Хозяйка сказала, что урожай в этом году собрала. Давайте обойдем вокруг дома, посмотрим, какой он, какой у него проект. Строили действительно для себя. Я думаю, что для большой семьи и для тех, кто любит именно природу, простор, уединение. Это очень хороший вариант для покупки. При этом всего несколько километров от Калининграда. Можно ездить и в школу, и ездить и на работу постоянно. Вот. Здесь рядышком озеро, вот буквально за дорогой, вот с той стороны. Утром можно выходить гулять, на рыбалку ходить, вот, кататься на велосипедах, в лесу собирать грибы. То есть жизнь на природе. Что может быть еще лучше? С этой стороны. Здесь вот с этой стороны предполагалось сделать террасу. На самом деле ее можно сделать. Вот, обустроить. Вот такой, такой дом предлагается к продаже. Стоимость его 7 миллионов рублей. Звоните, я с удовольствием вам покажу его в любое время. Ну а вокруг вы видите тоже жилые дома, уже в такой вот хороший микрорайон. Сейчас еще будем ехать, я сниму поселок, чтобы вы видели, какая дорога и кто являются соседями. Зашли в дом. Посмотрите, какая дверь качественная. Значит, здесь. Это большой коридор, потому что дом должен быть большой, сразу должен быть простор. Угу. Значит, справа кухня. С эркером, да, да, очень большая, с эркером. Восточная сторона, очень светло, много света. Здесь туалет, вот с этой стороны, ванна-туалет большой, вот там внутри. Сейчас мы покажем вам это. Обратите внимание, тоже окно. О, да, тут огромная ванна-туалет, все. Дом построен из керамического кирпича, строили для себя блока, посмотрите, да. То есть качество говорит само за себя, и материал. Значит, там камин. И можно отапливать, если что, экономить электроэнергию. Мы продумывали тоже это для себя. Да, и вот такой вид из окна. Где еще такой можно увидеть? Закат просто нереально. Западная сторона. Здесь закаты, он нереально красивый. Энергетика потрясающая. Такая комната для мамы, чтобы она на второй этаж не поднималась, или папы. Она небольшая, но она очень уютная. С этой стороны хозяйственный дверь, хозяйственный блок. Здесь можно поставить полки, огурцы, помидоры, что хочешь. Котел, в общем, мастерскую сделать. Да, иногда здесь вот в таких комнатах делают все. Стиральная машина и морозильная камера. Да. Очень удобный и красивый, да, такой проем для лестницы. Огромное окно.
Это второй свет. На зайку, да. Второй свет можно сделать. Очень индивидуальная красиво. Лестница. Пожалуйста, выход на балкон. Вот там кровать, спальня, да? Огромный зал. И какая высота, да? Тоже зашить, вот так, высоко зашить. И солнечная какая, да? Да, и на запад. То есть юго-запад здесь. Вообще шикарно. Здесь сразу же в ванну мы идем из нашей комнаты. Окном, а там кладовка большая. Гардеробная, да, кладовка. Гардеробная. Вот. Огромная, большая. Все сделано для комфорта, да. Ребенка, есть высокие потолки, здесь можно не закрывать, вот так зашить красивенько, да. С балочками, будут высокие потолки. Вот. Видите, вон там озеро, видите? Да. Здесь три озера рядом, три, вот там два, где вы видите, там еще одно, и сбоку еще одно. И очень высокое много. Место, мы когда ехали сюда, прям видно, что здесь видишь, и все время наверх идет дорога. Здесь можно отсюда дверь делать, можно не делать, это еще одна ванна, это ванна для хозяев дома. Вот большая комната, это... Из Кузнецкого. Здесь уже идет очень хорошая дорога до трассы Калининград-Светлогорска, асфальтированная. А дальше вот с правой стороны теннисный крытый корт, где можно прийти и позаниматься, с удовольствием сыграть партию со своими друзьями. Здесь вот огромная усадьба впереди нас. За ней озеро, сейчас будем проезжать и обязательно вам его покажем.